Всем привет, с вами Blackstreet25, и мы будем продолжать делать обзоры на Assassin's Creed 2. Давайте продолжим. Садимся в этот анимус. В новую версию, давайте. Давайте без давайте. Так как это работает? Да как-то. Конечно. Глубокий вдох. Что, малыш, больно было? Шон! Ну? Вот так. Заснули. Проснулись, офигели. Ну вообще где? Что за фигня? О! Что это, Флоренция? Вот по этому собору сразу знаю. Флорентийская республика, 1476 год. Начало... Вообще, начало было вот там, в Абстерго, а сейчас уже на базе ассасинов. Мы начинаем проходить Assassin's Creed 2. Пам-пам-пам-пам! Пам-пам-пам-пам! Пам-па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 -
Вот он, Эдсо Аудиторе да Ференце. Insieme per la vittoria! Insieme! Тише, друзья мои! Тише! Спасибо! Знаете, что привело нас сюда? Что? Честь. Да. Вьери Паци оклеветал мою семью и свалил на нас вину за свои преступления. Если... Что ты мелешь, Грулло? Добрый вечер, Вьери. Мы как раз говорим о тебе. Не ожидал увидеть тебя здесь. Обычно Паци действуют чужими руками. Это твоя родня зовет стражу, попав в беду. Боишься сам взяться за дело, трус. Как моя стража... Мы вызываем стражу, если мы ассасины работаем против стражи. What the fuck? Убейте его! Эй, камнями, вот только вы камнями и можете. Поймает, небось. А нет, дали поебало. А тут уже покруче, тут. На! Тут у них жизнь теперь появились, это круче. Давай, я их завалю. На ногой. Супчик, эй, не пожелаешь. Обернись. Федерико, что ты здесь делаешь? Хотел узнать, научился ли мой братишка драться. А, Иви? Стиль у тебя есть. Но здесь главное выносливость. Посмотрим. Интересно, а Федерико ассасином был? Или только Джованни? Его отец. Блин, толкнули козлы. Вставай. Давай. О, вот комбари уже. Пошли. Первый комбари. Ну давай. Чё там? На тебе. И тебе на. Получи своё. А ты чё, Вьери? Надо Вьери избить к херам. А то он меня бесит. Знаете, этот Вьери... Тут главный враг Родриго Борджи, но для меня тут главный враг был Вьери. Он меня так бесил. Я вот так зарезал потом смачно. Ты чё, меня камни бросаешь? Я тебя побросаю, понял?
Я тебе сейчас побросаю. Еще раз будешь бросать, я тебя побросаю сам. Давай. Назад! Назад! Стой! Мы же почти победили! Твоя губа. Просто царапина. Это решит доктор. Это ни к чему. Кроме того, мне нечем заплатить доктору. Все спустил на вино и женщин, а? Не спустил, а потратил с пользой. Дашь мне в долг? Или ты тоже все спустил? Обыщи. В их карманах что-нибудь да найдется. Да. Собрести 200 флоринов, чтобы заплатить. О, первая игра, где надо. А если бы я ни одной хп не потратил, что бы было? Все равно собирать надо было бы. Вопрос. Вековой вопрос. 109, нифига ты богач, Вась. Лабене, достаточно. Уходим, пока не явились стражники. Ну это да. Это логика. Торопись. Чем раньше мы закончим с доктором, тем скорее ляжем спать. Ну это да. Пойдемте. Опять этот Assassin's Creed. Паркурим. Паркурим. Ну а мы с тобой паркурим. Блин. Подходите, друзья. Кровопускание. Че, пароль что ли? Из какого сумасшедшего дома вас выпустили? Ну там точно не было ни одного здравомыслящего человека. Я уже все купил. Бентровато, доктор. Фрателли аудиторе. Неудивительно. Вы скверно выглядите, юноша. Ничего, пустяки. Спасите его. Смазливое личико — это все, что у него есть. А фото ты. Готово? А теперь выметайтесь. Грация. Вау, сюда. Лицо починили. Теперь понятно, откуда. У Дезмонда этот шрам на губе. Вот если бы все остальные были такими же. О, стой. Ведь так и есть. Нам пора домой. Отец, должно быть, пытается понять, куда мы пропали. Да. Не хочу получить от него нагоняй. Может, не хочу на берегам... получить от него пизду. Куда? На крышу вон той церкви. Давайте. На счет три. Уно, дуэ, тре. Тебе еще учиться и учиться. Дио де Челло. Он кого-нибудь убьет. Мне почти жаль тебя. Проиграть не стыдно, брат. Я победил. Ну давай, сюда. Куда ты? Вот так вот. Увидишь. Первое орлиное зрение сейчас будет. Ой, да зачем мне это обучение? Я и так все знаю. Думаете, я не проходил игру? Флоренция. Наша жизнь прекрасна, брат. Великолепно. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. Ubisoft представляет. Вторая часть Assassin's Creed. Ладно, хватит. Нам в самом деле пора домой. Идем. Стой. Что? Эцио, дай Кристине поспать.
Она сможет выспаться потом. А. Потом выспится. Стаканчик перед сном. Первое наше орлиное зрение. And this is cool. А ты тут на кресте останешься сидеть? Давайте я прыгну. Кацо, это в Ере. Нужно спрятаться. Ищите! Он не мог далеко уйти. Блин. Главное не спалиться. Кристина! Кристина! Вот, отлично. Наша сексуальная жизнь, так сказать. Эцо! Я надо? Так и знала. Что тебе надо? Можно войти? Нет. Ладно, но только на минутку. Больше мне не нужно. Это точно. Скрастрел. Я не то хотел сказать. Скорострел. Иди сюда. Скорострел. О, Эцо. Там Кристина Веспуччи, что ли? Красавчик. Интересно, он скорострел или нет? Похоже, что не скорострел. Кристина! Кристина! Свелья! Скоро придет твой учитель? Ну же, дочка, это совсем не страшно. Фио Дункане, что это? Пердоната, месери! Кьеду веня! Я убью тебя! Ну что вы, в этом нет необходимости. Стража, стража! Волю ла суа теста! Иди! Не нужно применять силу! Опа, беги! Беги, Ибрагим. А вы меня с кем-то путаете? Ей нужна была чья-то помощь. Скорострела помощь. Я ни в чем не виноват. Помощь скорострела — это самая важная помощь в моей нашей жизни. Люди, пацаны, помогите. Вам всем только спутаться. Так, этих я расшибу. Меня сейчас попляшут. Господи, да вам делать что ли нефига? Так, теперь убежим. Так, вернемся домой, в наш дом. Так, нам пока это не надо, ничего. Медикаменты. Откуда он? Откуда он? Какая странная одежда. Это ты! Сей морто! Он ушел. Не дайте ему уйти! Блин, достали уже меня. Позор, позор. Меня бесит. Как вам не стыдно? Опа. Здорово. Папаша. Доброе утро, отец. Привет. Пойдем со мной. Пойдем. Что-то случилось? Думаешь, я слепой и глухой? Да. Я знаю о твоей вчерашней стычке с Вьерипацци. И о визите к Кристине тоже. Твое поведение недопустимо. Ты такой же, каким был я в твоем возрасте. А эти приключения не помешают тебе работать? Нет, отец. Честное слово.
Я подготовил несколько документов для Лоренцо Медичи. Их нужно ему доставить. Хорошо, отец. Отнеси их и возвращайся. Вас понял. Нет, я не хочу. Иди нафиг. Не хочу, не буду. Не, да ну нафиг, читать письма. Читать письма, это не царское. Не царское это дело, письма читать. Еще один наемник? А? Что он делает? Опять с ними разбираться. На, поддых. Спасибо. Избил так. Как вам не стыдно? Ну, вот так вот как-то. А, Эцио, бен тровато. Как поживаешь? Нормально. У меня письмо для мессера Лоренцо. Да я не понимаю по-итальянски, дебил. Я дам ему письмо, когда он вернется. Вернется? Они уехали на виллу в Корреджо. И вернутся не раньше, чем послезавтра. Прикол. Я передам отцу. Мы отлично шьем. В качестве нашей работы мы можем... Уважаемые... Да, я даже пока не ассасин. Я какой-то ум. Ничего подобного. Невероятно. Он из него так себе, да? Даже капюшона нет. Вот так вот. Слушайте, слушайте! Я распродаю излишки товара по весну. Так, ага, так. Бежим сюда. Продолжай работать, Бискеро. Дайте мне этот клад. Ты напрасно беспокоишься. Франческо Пацци в тюрьме. Опасность миновала. Че они там говорят, что ли? А, здравствуй, сын. Ты помнишь моего друга Уберта? Доброе утро, гонфолоньер Альберти. И вам, молодой человек. Надеюсь, ты доставил письмо? Молодой? Какой да, молодой? Отец. Но, похоже, Лоренцо нет в городе. Этого я не ожидал. Какая разница? Подождешь пару дней. Послушай, тебя искали мать и сестра. Через некоторое время у меня будет к тебе еще просьба. А сейчас помоги им. Ты уверен? Да, а теперь оставь нас. Был рад тебя видеть, отцо. Вас понял, Альберто. Так, нифига у меня тут миссий. Раз, два, три. Ладно, это пройдем мы в следующем выпуске. Ну а с вами был... Что за миссия? Ой, да пошёл ты нафиг. Все, с вами был Black City 25. Да, третья часть Assassin's Creed. Все, всем удачи, всем пока. Берегите себя. Пока.